Сохранить память о тех, кто когда-то уберег мир от ядерной катастрофы ценой жизни. Мемориальная стела памяти ветеранов подразделений особого риска может появиться уже в мае. В составе местной организации бывшие подводники и моряки, всего 141 человек. Но некоторые горожане до сих пор не подозревают, что могут войти в число ветеранов подразделений особого риска. Эти люди участвовали в испытаниях атомного оружия и в прямом смысле спасали мир от ядерной катастрофы. Среди них бывшие подводники и простые матросы. Именно они в 1997 году стали именоваться как ветераны подразделений особого риска. В Северодвинске организация насчитывает 140 человек. Эти люди приравнены к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Однако многие до сих пор просто не знают о существовании ветеранской организации в нашем городе. Данные вот об этих авариях вот на военных объектах, в частности подводные лодки, там, надводные корабли, с атомными юридическими установками, они были особо засекречены и находились по семи печатями. Естественно, был засекречен личный состав, который сам принимал участие в ликвидации этих аварий. Геннадий Курбанов в 85-м служил на подлодке К-111. В одном из походов в открытом океане произошла авария в реакторе. Две недели матросы заглушали энергетическую установку субмарины. В итоге вернулись домой живыми, но до сегодняшнего дня из-за лучевой болезни не дожили 60 членов экипажа АПЛ. Подвигу именно таких людей и решили посвятить мемориальную стелу. Однако пока дело встало за согласованием документации с городскими властями. Начально планировалось установить монумент на проспекте Труда. Труда нам отказали. Мы пошли по другому пути. Значит, сходили к Воронцову. Это директор Дома культуры строителей. Он нам дал добро, есть официальное письмо, памятник установить стелу в конце улицы Ленина напротив ДК строителей. Все работы ветераны планируют проводить за свой счет. Только сам камень стелы обойдется в районе 90 тысяч рублей. А открытие при хорошем стечении обстоятельств планируют на 9 мая 2015 года. Всех тех, кто готов вступить в ряды ветеранов подразделения особого риска, ждут на Ломоносова 41А. Телефон организации на ваших экранах. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.